Дальше протягивай вперед. Там вот дальше будет провал. Нам нужно его облететь прямо. Так, я не понял. Я не старшая группа, я понял, что такое. Банка, можешь меня назначить, промоутить старшим? Вот здесь садись. Мягкая посадка, все высаживаемся. О, меня убило. Так, кого убило, не понял. Коллизия меня просто. Чё ты смотришь, что ты не снимаешь? Он живой, я не могу. Контузило. Вот выдавило. Нервозно. Так, ребята, ПТ, находим цели. Спасибо. И обозначаем. Вижу пехоту на 3-3 сот метров. И, собственно, пока все. Ну, еще пехота на 2-8. Стационаров куча. Так, видите красный домик? Вот возле него мы и полегли, в принципе, слева от него. Вы говорили, что там что-то зудит, да, жужжит и так далее. Пожарку видишь? Вокруг пожарки каталась. Пожарка на 25-м азимуте, примерно. Азимут 40, расстояние 760, истребитель танков. 40-60. Вижу. Луч. Ну, лучше пальнуть без лука. Готов по команде. Огонь. Снайпер по этой позиции. Можешь 3 человека поснимать? Готово. Принято. Так, я бы такой, чтобы в город бы пошел. Не хочешь на азимут 12 перепрыгнуть на вертушке быстро? Да можно. В ту как бы низинку такую. Я вижу куда. Ты хочешь туда, чтобы мы перепрыгнули? А, я это перерассматривал, но свисать сверху не хочется. Окей. Снайпер вот этого заметили? Нет, не заметили. У меня лежит он чисто в воздухе. Убили, убили, убили. Так, вопрос на миллион. Итрон, как ты показатель умудрился вообще? Ты командир этого отделения? Не знаю, нет, Мир. А что ты жмешь? То же самое, Ctrl-T. Ну, как я назначил себя в раскладке? Вот, у всех людей Shift-T. А пока Shift-T закрыл. Вот и костыль обнаружился. Конечно. Не было времени нормально сделать через экшн кейс. Что бы такое придумать? Кто у нас любитель полетать? Не надо будет 2 прихлопа. 12-го сейчас бросим на этой горке, он немножко побалуется, мы потом его заберем. Смотри, Big Russian Boss, по-моему, хорошо летает сейчас. Отлично. Все, кроме 12-го, в вертушку перебрасываемся на левый склон. Посмотрим, что там интересного для нас есть. Я вижу даже КП одно. Можно будет оттуда и пойти. Вы не забывайте, что на КП сидит стационарный титанщик, и нас шлепнет. Если 12-й его сейчас не отработает. 12-й, видишь его? Видишь ты его? Вон он сидит там. Вот сейчас снимешь, мы как раз подлетим. Это пока не проблема большая. У ПВО маленький угол, я думаю, что мы нормально проскочим, нет? Да, нормально. Лучше там зона очень интересная в плане прострела будет. Мы так чисто на разведку там высадимся, все равно будем оттуда еще перемещаться. То есть полная посадка или на тросах? На тросах Big Russian Boss возвращается, чтобы забрать 12-го. Мы делаем реконструкцию по местности, я выстраиваю план. Вот, дальше думаю, мы перемещаемся либо все на вертушке, либо частично пешком.
Может, с 12 останусь медиком. Не зачем тебе этого делать. Мне сейчас вас туда высаживают, на тот район. Сахи туда обратно вернут к 12, его забирают. Сейчас вот будь аккуратен, вот нас нужно будет на склоне ближе. Вертушка 12. Какая-то летит. Что, ничего, мы нормально. видим, нормально. Не беспокойся. Они Ми-8 сейчас сами собьют. Он же скорость. Он не мог это пофиксить. Вот здесь вот приостанавливайся. Мальчик, не садись, не садись. Вы чуть выше подними, мы на тросах выйдем. Уже вышел. Все, все высаживайтесь. Все чисто, улетай. Возвращайся обратно. Так, где там вертушка? Угу. Тоха потерялся. Да, на месте бежит. Так, по вертушке можно вообще титаном ебануть на самом-то деле. Вот он двигается. Если есть стволы, наведитесь на них. Это Назимут 0-360. Ее, невидимый камень. Вижу. Да, это классика, я поэтому сюда лезть не хотел. Я просто вижу танк под вышкой. У нас или там дальше? У нас вот здесь. Примерно. Там не танк, это бобкэт. Отставить группу, не вести огонь, не вести огонь. Сюда не, там танк, всем. Танк, вон. Хорошо. Обратите внимание туда всем взор. Приготовиться, будем сейчас их принимать. Огонь на усмотрение. Тут, сука, скайбокс не видим, блядь. Пизду. Ребята, огонь. Так, нам пехота подходит, пока спокойно. Да, детка. Так, Итерон, ты свободен от стрельбы, танк на осмотрение выбиваем, и пока там остатки доработаем. Так, банка куда-то упёхал, куда упёхал, не знаю. Так, 12 у тебя по КП всё? Вроде еще одиночные остатки, вижу двоих, и еще вижу последний стационар сейчас. Отрабатывать стационары по готовности. Мячешь бикрашен босса. 341 убежал. К нам. Успел достать его. Какая-то проклятая высотка, у меня ракета пропала. Потому что скайбокс, я же говорю, тут наверху. Если ты рядом с камнями, сидишь, что-то отойди. Так, не с камнями, обойди справа, вот сейчас Дегриныч валяется. Вот отсюда можно. Присядочку. Лучше стоя, конечно. Потому что здесь какая-то граница есть. Допустим, на 75 я могу стрелять, а чуть пониже у меня... Да, ёп, твою мать, вышку попал. Я пустой. Я понял, выбрасывай трубу. Банка, ты там видишь танк своей позиции? Нет, я тут спрятался, сейчас посмотрю. Можешь пинг где-то? Да. Я сейчас его найду сначала сам. Короче, вот я вышка, ориентир. За вышкой, тебе надо сместиться. 12-й, да. Если огонь закончил, двигайся на нашу позицию сюда. Вижу бобкэт, но там... Не, бобкэт не трогай, ну и к черту, блять, он... Ракеты хавает на завтрак и на ужин. Там поднимайся. Вот банк. Короче, а, блин, нет. Гору. Погоди. Ну вот. Кривая эта эра.
подходит снизу. Со стороны... Дистанция примерно то есть. Так, Итерон, Гринвич, Гларон. Йоу. Так, надо кого-то еще к вам зарядить. Вас троих пока хватит. Сейчас вас в ближний бой кину. Всех троих. Идете вниз, вот сюда. Сближаетесь к домику, там сарай, коровник. В него двигаете. Должны пройти беспрепятственно пока. Танк у нас дом смотрел. А ладно, уже все. Уже не смотрит. Да бах. Бахай, бахай, бахай. Да. Еще раз тыкни, куда нам? А, вижу танк. Вам идти, смотрите, два прихлопа. Парень. Раз. И в коровник два. На катере попытаюсь обозначить. Это со стационара снять, там со стационара же сидят. Стационар поснимали, что-то вроде как. Вот выходит, видишь, с КП выходит пехота, а слева стационарщик там сидит внутри. Намазал. За вышки не попасть. КПшка осталась. Я вертушку. Упал. Наш вертушка? Да, я только что сел. Рина на нас уезжает. Ну а что ему сделать? Трубу у кого остались еще? Сбивать? Сбивать все, что хочешь. Тут нам ничего не нужно. Нам запрещено технику захватывать. Группа, которая на крыше осталась, отрабатывайте по КП. Не пытайтесь стрелять через эту ебучую горку, она не простреливается. До коровника без проблем добежал. Так, скапливайтесь все втроем и двигайтесь в КП. У нас большие контакты, азимут 17, низинки. Работаем под этим. Что, закон был? Уничтожена группа, я понял. Да. Вас отступи, пожалуйста, ты мне на ствол сел, грубо говоря. Значит, группа, которая в коровнике, заходим на КП, повторяю, на КП заходим. Угу. Ваша цель зайти, поздороваться и уйти. Там, посмотрите, если ПТшников наблутаете, будет вообще просто жики в лес. 12-й, вот туда свой взор направь. Угу. Я для этого планировал. Можешь налево смещаться, а тут эти ебучие скалы не дают пробиться. Ребят, а на 9-м мазе там же кто-то сидит, да? Был, я выбивал его. Снайпер внутри. Смотри, сейчас пробьет через стену аккуратно. Так, я в двухэтажку захожу. А, нет, Агларон, зайдет. Остаешься на низу, на верхней зайдет. Поднимаешься. Агларон, принят, понял? Принят. Двенадцать, тебе патронов взять? Надо будет сам поднимать, возьмет. Не, пока ничего не бери. Да я не беру, чисто в рюкзак у меня остаюсь. Вы сейчас вообще, может, и не встретитесь. На базе встретиться. КП ложное. Принят. Значит, группа, которая внизу осталась, у нас будет номер один, блин. У вас ПТ-средств нет никаких вообще, да? Нет.
Это бьет по нам с вышки. Но я и СВУшек набрал. СВУшки-то вы набирали, блин. Мне бы вас отправить к этому, к радиовышке, а вы ничего здесь не сможете. Че, у меня есть пакеты, два заряда с мини скачки. СВУшки разрешены. Ты не понял, они подобраться к технике не могут. Хорошо, ребят, выходите обратно к коробнику. Сейчас будем делать обход конем. А хули я хоть, блядь, выебусь, ребят. Короче, просто это самое... Немножко подождите, я сейчас позову кое-кого. Вышка наша? Угу. Бля, как я люблю ваниль, ты из МХМ делаешь МХСВ. Бежи. Снайперский пулемет. Будем что-нибудь делать, знаете, к этому? Пока ничего не будем. Делать, ребята, которые сейчас у меня внизу, в коровник спрячьтесь и отступайте обратно к нам, ближе к скале, мы ничего там не можем представить. Идем на второй КП. Пока вертушка придет, там начнет кипиш поднимать, мы вернемся и взорвем радиовышку. Тут уже к этим Ми-24 летит. Арина наша, ребята? Нет, это все вражеское катается. Мишка моя пролетела, вот собираемся примерно вот в районе от этого здания. Сейчас отсюда. Там отставить, и... Рина приехала. Ребят, которые возле коровника, заныкайтесь. Вас там Рина сейчас зажмет. Дайте время, сейчас эта вертушка на обратный подход вернется, даст понизал. А напомни, почему мы не можем взорвать радиовышку? А потому что вас бобкет, наверное, пиздит руками и ногами. Это радиовышка ванильная? Ни одной трубы не упало. А, понятно. Слева радар. Там вот крутится радар, вы к ней просто побраться не можете. Все, понял, да. Блять, давай, да, он работает, заебал, смотришь на них. Ой. Еще упади, блин. Ребята, можете к коровнику двигаться. Угу. Командар, я тут могу диверсию устроить вообще конкретно. Здесь такой проход от КП есть по лощине, и тут есть дырка в заборе. Тогда все втроем это делаете. Покажи ребятам, вместе втроем пойдете. Вместе втроем упадете. Да ну, блять, откуда бы я его вызывал? Нет, это у них. Выбивай, если можешь, пожалуйста. Он... Наша вертушка повредит. Все, отлично. 12 она тут на высоте остается. Все остальные. Это банка, Тоха, Big Russian Boss. А, стой, стой, не выходи, не уходи, не уходи. Двигаемся на второй КП. По этой низине можно. Да, ждет. Не ждет он ни хера. Гринвич захотел, сейчас посмотрит. Вроде бы не должно получиться. Не получится, ну. Будем помогать, значит. Ворон, ты это. Я сзади, сзади. Он пасет просто. Его, конечно, можно сейчас. Ну, дымнуть, дымнить его. Да, дымнуть. Это голоса вражеские. Большой зеленый позащищали бункер? Угу. Да, это радио работает у меня. Детки, нас Рина покосит, если мы выше пойдем туда. Я выше не прошу, я прошу ниже спуститься. Сказал на второй КП идти, оно где-то там. Я сказал вот сюда, там где солнечные батареи. Поглох, я сейчас попробую к нему. Там продолговатое белое здание. Вдоль низинки, вот так вы сможете я зайти. Там чую. Пехота еще, блядь, шароебится, правда.
12-й, все внимание на группу, которая идет к вышке, обеспечи прикрытие, пожалуйста. Так, я вижу троих в точке, не вижу четвертого. Блин, он поехал наверх. А кого кто-то четвертый? Четвертый не должно быть. Мне должен быть там. А, все вижу, вижу. Они там просто на дружку уселись. Ретушка, не имба, ни хера. Пролетела, ничего не сделала, я обратно вернулась. Собака. Пускай откатит пару очков, да? Так, Нарина, вы... Ай! Бобкету. Выбил пушку Бобкету. Там надо бы как-то этого, блять, мудака выбить бы еще. Нарина, заряд с таймером. Отлично, я понял. Ну, хуёво только то, что он меня нашел. Ничего, я сейчас взорвусь вместе с ним. Нарон, отлично, отлично. Прощайте, пацаны. Оматывайся на гусеницы. Пошутил, ну что так сразу? Ник, есть? Гляньте мне, пожалуйста. Иду я. Иду. Ждем на кого? Нас? Что заглох? Он будет взрываться? Вышли. Спасибо. Пожалуй, вышел. Гринычи не застрелись, смотри. Я лежу прям под ним. С другой стороны, получается. Группа, которая со мной обеспечит ребятам прикрытие, экипаж уничтожаем нахер. Этого надо спуститься. Смещай. Человек без патронов. Ну ты же можешь что-то себе придумать, правильно? Ну, я сейчас спускаться буду на вышку на КП. Энд не оставил побольше. Угу. Считаю, Гринвич заслужил эту технику, свой ангар личный. Слева, Терон, тебе, нет? Не по мне. Да, это по мне бьют, вы, по-моему, бьют. А что там? Нет, мы его поднимаем 300, он вообще не до вас. Ребятки, так сейчас мне постепенно... Дам КП... сверху на этом, на дороге, видите, на 47. Вот там как раз-таки группа сейчас. Ее покосил, но там еще человек остался, как минимум. Вон двое они, видите? Прикрою, прикрою, я подхожу. У кого есть лишние заряды? Крой, крой, крой. У меня есть. У меня не пакет. Так, ладно, по дате ради не будем тратить. Сейчас Рина починим, Бобкета выбьем. Починимся от Бобкета и технику пока можем с собой потаскать. Че, Рина, можно занимать, да? Можешь занимать. А я пойду пачку поставлю сначала. Пролезу. Так, группа номер 2. Это у нас был Big Russian Boss, Тоха и Банка. Вам надо выполнять боекомплекты какие-нибудь, там, СВУ и так далее на КП? Нет. Нет. Тогда не будем ждать и сиськи мять. Продолжайте движение в сторону второго КП. Самостоятельно двигайтесь до белого здания, обозначаю. Вышку минируют, да? Да, они минируют, сейчас технику чинят, занимают ее все вместе, выбивают этого самого Бобкета. Могут и Бобкет, если хотят, Бобкет не рекомендую забирать, просто от него починитесь и дальше к нам выдвигаетесь, будете оказывать таймер поддержку. Так, у нас еще остался. Вижу, понял. 12-й из горки, там, не горки, с КП сверху немножко поприкрываешь. Скрыл, кто на арене? Не увидят тут. DLC нет, я не сюда. Понял. Мне ЛРР-ку придется выкинуть, патронов для нее в КП нет. Бля. Понял. Пирог 74. Ну, так, тогда этот самый, Аглорон, садишься, и Терон с нами идешь. Сюда. Перед нами. Танк вижу. Отметил. Танк. Недалеко от нас. Гимнер замерзся танком.
их отстреляет до поворота, до нас можно до ближайшего дня. Холмом направо противник, где белый дым стоит. Вы его задымили, да? Спасибо. 50. Сейчас скажу точно. Азимут 30 контакт. Где танк-то? В городе стоял. Сейчас я его уже не вижу. Где-то за домами. Отсюда ты его вряд ли увидишь. За домом мог. Так, дрон примыкает сейчас к Тохе и банке. Двигайся вместе с ними по ущелью этому маленькому. Противник. Ну, смотри, глухоскую перед нами. Там я никого на нем. Домик чист. За домиком чист. Нашел перевернутый охотник. Жам его того. Забираем. Да, того самого. На нем подъедем к КП. 89 тут вот просто. Я понял, занимайте здание, с окон настреливаетесь. Кстати, вот эти танк был. Так, Ивен, сейчас надо далеко углубляться. Вау! Ханин. Можешь подъехать сейчас к нам поближе? Я этот перевернул охотник, мы пехоту на нем перевезем. Нам починиться, у нас двигатель не выбит. Я сейчас выйду, починю. Остановочку. Чекай пока, смотри, что это. Да-да-да. Пост этот чист. Итерон, Тоха, Big Russian Boss. Садимся. Стоп, в эту машину, стоп. В охотник. Двенадцатый банка, чуть этот вперед. Самый обеспечивающий просто. В общем, пауди здесь в городе. Минуту вторую, потом двигайтесь за нами. Так, эти патрон для этой выпариносится. Ну уже плохо я выпину. А нам что, куда ехать сейчас? Поехали за ребятами, говорят, хотя побаловаться в городе, но я не вижу смысла. Приходите, сбегает, забрать надо. Свой. Ну, забрать его, имел в виду подобрать, а не забрать, а то вы заберете. Что ты останешься или прыгни? О, танк вижу. Давай. Назад ждать или вперед? Не, нормально, нормально. Стой, стой, стой. Не, он просто сейчас очухается. Сейчас хит перезаряжу на хит. Два бойца, кто у нас тут есть? Итерон. Кто у нас сейчас на столе у меня стреляет вообще? Слева написано. Ага. Все, два бойца к стенке там прижимайте сейчас. Мы сейчас сделаем круг почета. Готовьтесь заходить. Все статики подавил. Чтобы он подъехал. Это я так, для профилактики. Заходим здесь оба, заходим здесь оба, вот сюда. Остановись. Накопились, аккуратненько поднимаемся наверх. Так, групп, которая в городе осталась, никуда не двигайтесь. Там балуетесь, остаетесь, никуда не двигайтесь.
товарищи. У меня перезарядка, Велецкий. Я понял. Если танк не выбили, если выбили, замечательно. Танк сжали. Это сожгли. Белый дом. Замри, замри, замри. Замри, нас ищут. Вышка чистая. Ты готов еще сбиваться? Нам бы еще один транспорт бы найти. Там еще один, где он? Прям по кроне. Вижу, вижу, перезаряжает коробку. Активер, хватит. Надоело мне, уже вы поняли, она уже закончена. Ребята, которые на КП втором, садитесь в машину, либо спаунитесь на базе. Так, те, кто внизу остались, это 12-й и банка. По-вашему, смотрите, можете с машиной поехать, и может уже спауниться. Я не наблюдаю больше никого. А тут десантного нет отделения, да? Нет, нету. Да, поэтому я рекомендую часть группы вообще сейчас заспауниться на базе. Где вертушка у нас? На базе. Да, и сейчас. О, а так можно было? Конечно. Кто в технике на водителе сидит? Гринвич. Я. Че, раз Гринвич или я? Гринвич. Я. Блин, я понял. Метку поставьте, где сейчас этот самый сидит. Танк, танк. Так, это там эти. Есть карту, желание поменять. Водительское сиденье оставьте. Но он будет долго грузиться. Что, водителя мне дайте? Нет, только водителя. Только водителя. А? Остальные в технике все запрыгните. Тут всего три места. О, так мы же все вылезаем, не? А, ну 12 у нас тоже может делать. Не важно. До свидания. Все, забирайте, Рина. Это как его? Гринвича еще, да. А ты спать уходишь? Нет, я просто от вас телепортнулся, чайки. Предлагаю карту оставлять, чтобы не ждать, пока кэш заново пересчитается. Мне карта нравится, я бы скажу. Отошел на пару минут. Если пофиксят, будем это менять как хотите. Что, оружие поменяем или вы, кстати, хотите? Да ну, скудный набор очень.